молодец, доктор. Так, так, так. Ну надо же. Кто это у нас пытается угнать вертолет? Я очень впечатлен. Это творческий подход. Вы ведь видели, что Джордж сделал с нашим самолетом. Здесь все недооценивают этих зверей. А у вас есть волшебное решение? Думаю, мы знаем, что делать. Слушайте, Клэр Вайден слишком умна, чтобы создать оружие, которое не сможет контролировать. У Энерджен должно быть противоядие, которое остановит мутации. Надо добыть его. Это единственный шанс остановить животных, пока они не разнесли Чикаго. Это вам не автостоянка, амиго. Здесь ключи под козырьком не оставляют. Погодите, вы нам поможете? Вы спасли мне жизнь. Это меньше, чем я могу отплатить. И я согласен с вами по поводу Вайденов. Они считают, что им закон не писан. Хочу им напомнить, что это не так. Так что да, мы друг другу поможем. Делайте, что нужно. Я буду на связи. Супер. Все прошло гораздо лучше, чем я думала. Да, точно. А я ведь и его хотел вырубить. С людьми можно и по-другому договариваться. Да, знаю, но это не так весело. Надеюсь, ты умеешь им управлять. Безусловно. Сейчас все вспомню. Почти вспомнил. Сейчас. Что-то не так. Сейчас полетим. Не переживай. Инфракрасный на экран. Есть, сэр. Уничтожить. Внимание! Огонь! Отлично. Оценить повреждения. Подтвердите уничтожение. 6-альфа-Луба, X-Ray. Подтверждаю. Прием. Вас понял, Луба. На связи. 2-6. Смотри в оба. Эко-02. Двигаемся к контрольной точке. Господи. Давай же, давай. 6-альфа-Лоба-Икс. Что там у вас? Цели не уничтожены. Они успели скрыться, сэр. Повторяю, мы не нашли... Шесть альфа, это Лоба-Икс. Доложите обстановку. Прием. Капитан Эванс. Каплан, сообщите командованию, что мы переходим к плану Б. Есть, сэр. Артиллерию срочно в центр Чикаго. Немедленно. На этот раз мы бросим все силы против этих зверей. Эвакуировать всех к чертовой матери. Отцепление на юге через каждые 200 метров. Эвакуируем гражданских на север. Пусть придумают... Это я. Они эвакуируют город. Джордж и Волк легко растерзали отряд Блейка. Убои, они движутся за вами. Вас понял. Что такое? Они не успеют вовремя всех эвакуировать.